Hello guys, наш экран сейчас находится в Gangster Vegas, и в сегодняшнем ролике мой друг угнал у меня тачку, пока я был у него в гостях. Он, короче, украл тачечку мою, просто взял, ее куда-то дел. Он мне так ее, не сказал, где искать, но зато сказал, где искать точно в каком районе. Все, ставим меточку, у нас будет идти, ну давай, так, пока, то не, нам легче будет тогда сделать, ну, вот тут где-то, так, там, ой, блин, метку не туда поставил, тачку надо искать будет где-то вот в этом райончике, все, мы, туда садимся в тачечку, и наваливаем до туда. Сразу вырубаем радио. Ну и дело в том, что как бы она там сейчас находится. Ну и есть одна большая проблемка. Ладно бы он был мне просто, я бы ее нашел, отремонтировал, и угнал. Я даже не знаю, в каком она сейчас там тупо состоянии находится. Блин, я немножко не так поехал, ну ладно. Тогда вот так, и я не знаю, где именно, но где тут. Все, меточку тут мы оставили. Вот где-то в этом районе. Мне кажется, что он ее, конечно же, мог куда-то просто взять, выкинуть, и как мне ее оттуда доставать, не знаю. Вот он тупо мог даже ее тут закопать, но, наверное, нет. Я не думаю, что он мог, взять и... закопать мою тачку в этом районе. Дело в том, что моя тачка стоит не 1 миллион, она стоит несчастных 5 миллионов. У меня сейчас, конечно, очень мало бабла, потому что я там в такую ситуацию вляпался. Ну, ладно. И тут ее тоже нету. Тут даже было бы трудно ее достать, но сейчас ее тут даже я не нашел. Я уже эту тачку полностью тоже свою испортил. И здесь еще немножко... Да, фары, уже плохо работают. Ну что ж ты творишь? Я не знаю, куда он мог ее, в принципе, деть. Ну, вроде бы здесь, но в тот же момент нет. Он сказал, где-то на этой стройке я, должен ее искать. О, пацаны, я ее нашел, ё-моё! Она вроде бы в хорошем состоянии. Нет, она, пацаны, не в хорошем состоянии. Капец, вы только гляньте на нее. Просто ушатанная, не знаю что. Она просто тупо вот превратилась в какое-то ничтожество. Да я ее хоть... Да, я могу в нее сесть. Давайте ее хотя бы отгоним, так, чтоб... посмотреть. Смотрите, она, я не знаю, где он гонял, она, смотрите, вся, у нее зад помятый, боковинка, тут крыша немножко, а перед вообще разбитый, и я не знаю, у нее вообще фары включаются, но давайте проверим. У нее даже, фары светят, но они нифига не работают. Это вообще, фонари просто тупо разбиты. Также, я не знаю, где он, он ее пытался облить бензином, поджечь, что-то из этого такая фигня просто получилась. Ну, к счастью, что моя тачка хоть осталась вообще в живых, это одно радует. Пацаны, все, было бы хорошо, я бы сейчас ее достал, но я, выходит, тут есть такая проблемка, как я и предполагал, что он ее тупо просто куда-то скинул. И дело в том, что он ее скинул в такую яму, где реально ничего, возможно, не найти на стройке. Во-первых, тут какая-то гоча. Ай, гора мусора просто. И не знаю, так фонарики он поставил, тут фонари стоят. И всякое на мою тачку. Это тут какое-то хоть есть освещение. Но самый ужасный вопрос. То есть вопрос, не вопрос, момент. Да, что ты все время возле ее садишься? Он так ее любит, что прям
насадиться возле нее. Короче, тут, в общем, нету выхода для нее, чтобы, ну, типа, он реально так ее по этим ступенькам прогнал, хотя я не уверен, потому что тут такой бордюрчик, он реально тупо ее, ну, пацаны, в этом районе просто ее так сбросил, сюда сбросил, короче, свалил. О, господи, это, конечно, просто жопа. Вы просто гляньте на мою тачку, моя тачилка. Так, ну все, теперь, короче, люди, нам надо ее как доставать. Я не знаю, в принципе, мне ее сейчас тупо надо, чтобы она... Ну, блин, ее, типа, вот тут, конечно, можно что-то понастроить, какую-то гору песка накидать, там, экскаватора взять. Но, блин, я в этом не верю, что она тупо выедет. И вообще, она на ходу, ну, как бы я проехал, но это не значит, что она на ходу. Так что, люди, что нам сейчас надо делать? Я даже не знаю. Для начала нам, наверное, надо найти что-то такое, что можно туда было бы сбросить, но нет. Тупо я только что хотел взять этот мусорный ящик, сбросить, из него весь мусор вывалить, чтобы она как бы по нему заехала. Это тупая вообще идея. Блин, давайте хотя бы... Фу. Ну да, реально, я не могу забраться на все это дело. Вот так тупо. Сейчас заберемся сюда. И я что-то как-то буду думать. Что ж мне делать тут? Как ее оттуда вытащить? Дело вообще не из легких. Может, краном поднять? Хотя нет, нам 100 поров не разрешат туда в него забраться. Блин, ну фургончик туда сбрасывать, там что-то к нему пристраивать, типа, чтобы моя тачка... Это ее, по крайней мере, можно, блин, сгонять туда на вертолетную базу и, короче, тут прицепить ее, ну, чтобы она хотя бы там что-то держалась, когда сейчас реально сядем в мою машинку вторую и просто поедем в аэропортик. Может, там эту проблемку, конечно, разрешат. Хотя я вот вообще не уверен, как бы, но... По идее, лучше бы не самолет, чтоб там был, а этот вертолетик. Он, по крайней мере, вот будет лучше в 100 раз. Наверное, базу я сейчас, конечно, не поеду вертолет угонять, потому что это бессмысленно. И зачем, если у нас, возможно, будет нормальный вертолет? Да, я вижу тут лопасти вертолета. Все, есть вертолет. Только вот вопрос, я не знаю, с лебедкой ли он, типа, вообще это реально, как бы просто взять и прицепить тачечку. Все, короче, летим сейчас до нашего вертолетика. Вообще, дела плохо. Уж лучше бы он, короче, на какую-то нибудь крышу догнал. Это было бы и то легче, чем он ее просто вот тупо в такую яму закатал. Это, ну, он ее в яму не закатывал, он тупо ее вот в этом райончике оставил. Вот она, моя машина. Как вот тут самое сейчас главное, мне бы еще бы не разбиться, потому что я умирать не хочу. Давайте хотя бы как-то попробуем сюда надойти. Блин, тут, короче, какое-то задание строилось, вот они, ну, тут идет так, я так понимаю, стройка. Но, блин, вот эти все, что тут мешает, этот кран, тем более, это совсем нехорошо, потому что я могу зацепиться лопастями и, короче, взорваться. Тупо нет, не разбиться, не... Я, конечно же, упаду, но прежде я просто взорвусь, и все. Это нехорошо. Ну, давайте, блин, я не знаю, что сейчас делать, в принципе. Я сейчас, наверное, посажу вертуху и попробую что-то разобраться. Блин, хорошо, что они... Не со всей силой. Просто тупо... Чё, как это объяснить? Он только что сквозь столб. Ну ладно, и сейчас мне тупо надо подумать, как я могу с помощью вертухи её отсюда достать. Потому что если вертуха взорвётся, то вместе с ней взорвусь я. Ну а я, как вы, наверное, уже не догадались, а поняли, такого сделать не могу. Ладно, сейчас ставлю на паузу, чтобы подумать.
Короче, людям. Пацаны, дамы, леди и господа, я так и не смог вытащить. Я вот сейчас тупо вот вертолетиком попытался что-то тут как-то ее подтолкнуть, хоть хотя бы, блин, тогда, короче, просто тупо не сдвигается. Блин, придется сюда, наверное, еще какую-нибудь тачку забросить. Тут супер маленькую, ну и супер, блин, хорошую. Вот, ну, смотрите, даже, например, мы сейчас возьмем. Ой. Зачем я зашел в магазин? Например, я сейчас тупо вот возьму этот. И сейчас. Ну, например, вот, да. Так же, да. В радиашку стрельнули, смотрите, что сделали. Она теперь, блин, еще дымится. И это теперь еще опаснее, так что, блин, я тупо не знаю, сейчас как-то, блин, ее еще машина какой-то толкать, и это бесполезно, потому что у меня, она просто тупо взорвется, и у меня больше не будет машинки. Что ж я теперь могу сделать? Я как бы не хочу это все тупо оставлять тогда. Поэтому мне, наверное, придется просто взять немножко щитыри. Мне придется тупо взять вот эту машинку. Просто взять мою тачку, вот эту. Вот полностью в гамную шатанную взять. Сюда вытащить, короче. Как-то с помощью читов, я не знаю, хотя бы вот, вот до сюда вам я бы ее вытащить, потому что читы в Гангстер Вегасе, они очень плохо работают. Я сейчас для начала хотя бы что-нибудь попробую тут. Ну, блин, с ней ничего невозможно сделать. Поэтому я сейчас тупо вот ее с помощью читов пробую тащить, вытаскивать как-то. Я это буду ставить на паузу, но клип для того, люди, что вы не догадались, что за читы. И не только из-за этого, как бы я вам хотела бы показать, но потому что если бы я сейчас буду, я уже пробовал снимать видео такое с щитом, как я тоже пытался вытащить тачку какую-то там, и в общем у меня ничего вообще не получилось, когда с видео, у меня просто видео, короче, вылетело, игра вылетела, все, и, блин, мне потом все пришлось перезаходить, и это очень долго, поэтому я ставлю ее на паузу и буду ее оттуда вытаскивать. Это вообще долготня, люди. Что ж, так что давайте я на паузу. Короче, все, вытащили мы мою тачку. Вот она стоит вся такая же убитая. Так что давайте отъезжать уже и направляемся мы сейчас в автомастерскую ее просто чинить, потому что на таком я ездить точно не буду. Это ужасно ездить на такой машинке. Мы сейчас аккуратненько, чтобы не взорвалась она, очень медленно будем ехать, пытаться как-то стараться до туда доехать, чтобы мы не взорвались. И тогда я уже буду с вами прощаться на том моменте. Уже вечереет. Только что текстурки не прорисовались, вы сами видели. И, ой, я опять приехала, я еду продавать тачку. Мне мою машинку продавать не надо. Ни в коем случае. Просто давайте. О! Все, люди. Все. Всем пока. Я только что починила свою тачку. Всем пока. С вами был я. До новых встреч.